Сегодня я вам расскажу про наш EdTech-стартап, который мы уже делаем и всего лишь полгода нам. Инстаграм нас научил фотографировать. Каждый из вас стал маленьким фотографом с помощью вот этих фильтров. Мы создаем инструмент, который каждому позволит стать преподавателем, наставником, коучем, тренером и так далее. То есть у нас даже маленькие дети могут создавать свои онлайн-курсы. В чем основные наши конкурентные преимущества? Во-первых, наша система сама помогает пользователю создавать идеальный урок. Как это происходит? Мы андрагогику и педагогику, вот всю науку, которая была, мы ее упаковали в цифровой пакет и сделали шаблоны, которые позволяют любому человеку сделать идеальный курс. Вторая составляющая – это то, что мы не создаем огромные гигантские образовательные программы, мы все упаковываем в микрообучение. Скорость создания нашего, создания контента на нашем конструкторе в 4-7 раз выше, чем у любой подобной LMS. И самое главное, на мой взгляд, это то, что мы интегрируемся в существующие IT-решения в компаниях, а не пытаемся навязать свою систему. EdTech – это один из самых быстрорастущих рынков в сегодняшний день. По разным оценкам от 10 до 15% в год он растет, и все ожидают там Facebook и Google, и мы хотим ими стать. За полгода нашей работы мы уже сгенерировали выручку почти 24 миллиона рублей, и 50% этой выручки она в евро, то есть мы уже работаем на экспортном рынке. Наша продуктовая схема, она может показаться немножечко сложной, но в целом у нас три основных сегмента, то есть B2B и B2G, с которыми мы работаем уже сейчас. Это все, что касается ассессмента, профилирования, различных технологий подбора для HR-ов и вовлекающие мероприятия. С помощью нашей платформы любая компания может создать свою систему контент-лидеров внутри своей инфраструктуры. Но мы сейчас смотрим именно в сторону B2C. Пока у нас B2C учителя и репетиторы, откуда мы вышли, но мы развиваемся дальше и хотим выйти на рынок инфобиза. Компании, которые уже с нами работали за 6 месяцев, и на самом деле вот прямо сейчас, если вы зайдете в finzachet.ru, это главный проект Банка России по финансовой грамотности, он сделан на нашей платформе. Но я хотел бы рассказать о другом проекте. Вот буквально недавно цифровой прорыв завершился. Это вот 19 тысяч программистов, дизайнеров на нашей платформе подтверждали свои компетенции в программировании, в маркетинге и так далее. Каждую минуту 18 подтверждений компетенции проходило в течение 5 суток непрерывно. И все на нашей платформе. Наша команда... Мы, собственно, все ключевые компетенции. У меня основные компетенции по онлайн-образованию, у Марины все компетенции по продажам. И у нас, ну, как бы, очень хороший инвестор и ментор, который поддерживает нас во всем. Он поверил в нас, и мы оправдываем его ожидания. И один из последних слайдов, на самом деле... Образование – это, как правило, не только про бизнес и про деньги. У нас есть социальные проекты. Вот, например, проект «Здоровое питание». И нас, к сожалению, поддержали пока в России только французские компании. Как вы понимаете, невозможно быть здоровым и в мире, когда все автоматизировано, если ты не умеешь управлять своим телом. И мы работаем с этим. И через 3 года все школы России будут на нашей платформе обучаться. Супер. На что просим? На выход на европейские рынки. И вот мои контакты. Спасибо.